3-2-1. Здорово, братюня, сестрюля. Это Марго, она у нас сегодня на эфире была. Алоха. Еды принесла. Марго, как тебе у нас? Нормально? Да круто, час мало. А что, сколько хотел? 3-4? Ну, как и в прошлый раз, поселиться под... Как это называется? Под столом. Под вертаком. Под вертаком, да. А вот что наготовила Марго нам, значит, вкусно готовила. Так, что у нас тут? Давайте я сейчас... Вот, это вот листик, собственноручно выращенный на балконе, пожалуйста. Да, да, собственноручно растила. Вот, пожалуйста, видите? Листочек, да. Им нужно, мне кажется, протирать губы после еды. Да, сейчас попробую. Ну как? А, в него свистеть можно, да? Да. Ну, тоже не получается. Получается, а мне нет. Да, у тебя вообще свистеть. Вот, а там штрудель. А это вот штрудель, видите, это вот штрудель. Дайте я тоже. Нет, это не штрудель. А, это не штрудель? Это конвертик с овощами. Это конвертик, а вот штрудель, пожалуйста, видите? С яблочками, как объясняется, надеюсь, без рыбы. Яблочко, там что-то какое-то мясо там вижу. С икрой, да? Нет, нет, нет. Нет, это не мясо? Это не мясо, это что-то такое, ванилька какая-то. А, хорошо. Марго, посоветуй что-нибудь нашим следующим гостям. Они что не будут советовать? Придут сами все равно. Вот, правильно. А что советуешь? Так, у меня жирный. У меня руки грязные. У меня жирный пальчик, я не могу выключить на кнопочку. Выключи на кнопочку, давай. Где тут?